Привет, всем привет. Я сейчас только что записываю видео. Рядом со мной смартфон. Слушайте. Не обращать внимания, это всего лишь на все включу музыку. Ну просто решил послушать Нефикса. Кстати, песня называется Grateful. Если можете вбить поиски. Начинаем. Для вот эту вот черную полоску за 100 игровых денег вот сюда вот. Далее клеим вот эту вот черную загогулину за 800 игровых денег. Да, мне с работы просто звонили, я не могла отключить за дядьки. Так. Ну и клеим со второй стороны. А далее мы клеим в эту же полоску, как бы сделал в продолжение. Вот таким вот образом. Клеим со второй стороны точно так же. Переходим к морде авто. Вы видите только что на главных экранах. Блин, куда-то меня принесло. Вот, получилось. Нет, ну, во-первых, на ночь разговоры, они... Далее клеим вот эту вот... Так. Вот эту вот полоску за 100 игровых денег. Ну и клеим вот таким вот образом. Ну и клеим со второй стороны, конечно. Уже начиная со спонсоров. Клеим вот здесь вот рядом. Точнее, вот здесь вот. На этом месте клеим спонсор Рейс. Шрифт Godfather с италиком. Ну и клеим со второй стороны. Далее пишем Едаран. Едаран Танчонок. Если у вас не хватило места, то вы можете дописать Мотор. Далее вот здесь вот шрифт Godfather, но без италика и болда. Без, да-да, без. Без италика и без болда. Следующий спонсор называется Calsonic. Да-да, Calsonic. Не знаю, почему его так назвали. Далее вот здесь вот, когда, ну, на дверной ручке мы пишем Nissan. Ну и клиент со второй стороны. А, я сказал возле дверной ручки, точно. Ну-ка скажи, какая теперь уже разница? Так, я сейчас поставлю на видное место. Вот сюда вот. Начинаю с номера. Клеим за 100... Так, да. А зачем Лена вообще? Все правильно. Я все правильно это сделал. Клеим спонсор... Ой, какой спонсор? Номер за 100 игровых денег. Вот сюда вот помещаем со второй стороны. Далее, как бы нам нужно здесь поместить еще один спонсор. Мы клеим со второй стороны. Далее клеим шрифтом Godfather. Номер один называется. Номер один. Это командный спонсор. Далее GT Sport. GTS. GTS пишется за главной буквы. А порт уже пишется с маленькими буквами. Далее шрифт Godfather. Пишем слово Puma, как бы спонсор еще один. Вот здесь вот, где находится вот эта необычная часть от Nissan. Клеим Impul. Impul или как-то... Короче, без разницы. Impul клеим также... А, шрифт Godfather. Godfather. Клеим вот сюда вот таким же шрифтом Godfather. Father. Impul. Ну и клеим со второй стороны. Далее. Клеим Mobile 1. Шрифт Arial.
Далее на капот клеим CalSonic. Ну и делаем номер таким же способом. Здесь мы уже не берем вот эту вот штуку, которая за 1000 игровых денег. А за 100 игровых денег, как бы, вот сюда вот поместил GT Sport. Ну и шрифтом Godfather клеем номер 1. Далее клеим, точнее не клеим, а наоборот, делаем вот такую вот черную крышу. Далее уже вот здесь вот клеим белую полоску за 100 игровых денег. Далее клеим спонсор CalSonic с болдом, шрифт Arial. Далее рядом с ним шрифт Godfather ставьте. Называется Nissan Super GT с болдом. Если у вас там какой-то другой, то можете написать. Ну вот, допустим, BMW Super GT. Кстати, это с болдом Nissan Super GT. Клеем шрифтом Godfather Impu. Далее вот здесь вот клеим еще один японский спонсор. Кстати, я вам докажу, что Bridgestone — это не американская компания, а японская. Я даже сам посмотрел в интернете, что Bridgestone оказывается Япония. Но шрифт Arial и болдом. С болдом, точнее. Ну и клеем на капоте. Мне сейчас на все там садится телефон. Клеем вот это вот треугольник за 1000 игровых денег. Прям вот сюда вот. Вот таким вот образом. С болдом. И вот здесь клеим. Далее клеим мы вот эту вот черную полоску, как бы сделав вот такое вот что-то черное. Не знаю, как это называется. Может быть, это какая-то важная часть. Далее как бы копируем вот это уже все. Все, что тут есть на Nissan. Вот таким вот серым цветом. Вот так. Вот таким вот цветом. Ну и это копируем все. Далее вот здесь вот клеим вот такой вот маленький квадратик салатового цвета. И клеим вот здесь вот. Далее клеим красный квадрат. На этот раз он чуть-чуть побольше будет. Далее здесь нам нужно поместить еще один спонсор. А, ну и на этих порогах нам нужно писать GT Sport. Уже все за главными буквами. С италиком, но без болда. Шрифт Godfather, я напоминаю вам. Далее, вот здесь вот в этой рамке белой нам нужно писать Super GT. С италиком, шрифт Godfather. Ну и клеим со второй стороны. Далее, здесь вот прям на морде клеим GT Sport за главными буквами. Видите, нам нужно сначала белую сделать, а потом уже черную. Ну и клеим это вот здесь вот, с задней части, вот так вот. Далее здесь вот такой номер делаем. Здесь я решил просто заклеить. И я решил просто замазать. По поводу спойлера. Берем третий спойлер в черном цвете. А морду мы ставим первую. Зад мы ставим четвертый. Пороги оставляем оригинал, ну и капот тоже. Вот и все. У вас получается вот такой вот Nissan GTR. А в следующем ролике я вам покажу. Так, сейчас найду. Какие у меня там еще есть авто с винилами. О!
Вот давайте в следующем ролике я вам покажу, как сделать вот такой вот красивый винил на Lamborghini Gallardo. Ребят, это тоже очень крутой и гоночный винил. Я вам его тоже советую. Видите, здесь очень много разных цветов. Не знаю, что это за полоска вылезла у меня. Ну ничего страшного, пусть так вот будет. Для того, чтобы закончить ролик, я еще хочу сказать кое-что. Видите, у меня тут немного криво. Ну, криво вообще, ребят. Если вы постараетесь сделать ровно, ну, у вас все получится, ребят. Боди почему-то не показывается. Очень странно, ребят. Ладно, ребят. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. А, погодите. Где там мой Nissan GT-R? По поводу подвески. Похоже, тут придется нафиг убрать эти выступы. Сейчас я сделаю свою подвеску. Так, давай еще чуть-чуть. Ну, все. На главных экранах вы видите, какая подвеска у меня стоит сейчас. Вот, все. Вы можете точно так же сделать. Но не обязательно важно делать, как у меня. Вы можете настроить любую подвеску под себя. А, еще и забыл упомянуть, что делаем фары красным в цвете. По поводу дисков, они должны быть вот такие вот. Так, конечно, я сейчас их найду. Вот эти будут за 260 игровых денег. И делаем их в черный цвет. Вот и все. По поводу лошадиных сил. Так. 878. Вы наверняка знаете, как сделать 878 лошадиных сил. Ладно, ребят, не буду вас томить. Сейчас будем заканчивать этот ролик. Сейчас я переключусь только на Галарда. Где там Галарда? Ё-моё. Я уже, наверное, заблудился, что ли. А, вон он, Галарда. Нашел. Ладно, ребят, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ну а с вами был я, Дима. Всем пока.